На многочисленные «что, зачем и почему» представителей республиканских СМИ чаще остальных отвечал Альберт Кувезин, основатель и бессменный лидер группы «Ядха». Вокалист отметил, что составлять программу завтрашнего концерта – дело бесперспективное. Все будет решаться по ходу пьесы. И иногда, прям за несколько минут до концерта, когда видишь или чувствуешь даже настроение зрителей, которые заходят в зал, иногда прям так раз… Все вычеркиваешь, или на ходу поворачиваешься к барабанщику и кричишь ему: это не играем, играем другое. Или это играем, но по-другому, или длиннее, или короче. Вопрос, как вы относитесь к бурятской культуре, Альберт Кувезин с улыбкой назвал провокационным. Кто же скажет «плохо» накануне концерта, пошутил музыкант. С прошлого года мы дружим с Хамаугы, знаем оперу бурятскую. Допустим, у Шалбана мама, она даже здесь училась. Везде есть таланты, поверьте, не хуже, чем в Москвах, Нью-Йорках, Лондонах. Мне понравилась группа, читающая бурятский рэп, отметил Кувезин. Впечатлили его и трейлеры местного кино. Хотя специально написать саундтрек к фильму у группы «Ядха» вряд ли получится. Один из кинорежиссеров как-то попросил написать песню к его работе, но, услышав готовую композицию, сказал Альберту: «Вы слишком перетягиваете одеяло на себя». Именно из-за яркой индивидуальности «Ядха» вряд ли когда-нибудь будет чьим-то фоном или дополнением. Алексей Унагаев, Сергей Устинов. Новости дня.